Он и так большой, как бы сделаем его еще больше. Ух, набух. О, сильный стал, смотри какой. И полетел! Ага. Привет, Витёк здесь, и это снова Дабс. Ну как снова, я в него последний раз играл, ну очень давно. И тут комьюнити, как говорится, игры сидит, не дремлет. А ребята подвезли больше 20 скрытых новых юнитов. То есть это мод, это неофициальные игроделы сделали. Тут тоже нужно будет летать по картам, открывать новых юнитов, смотреть, кто они, как они, что и как. Ну, как будто обнову в игру завезли, но начнем искать. Говорят, где-то в симуляции должен быть первый. Интересно, как в симуляции можно спрятать юнит, если там буквально все. Это он, что ли, уже стоит? Это он и есть? Он начал делать звук. Фига себе, в симуляции спрятали юнит. Что это такое, ребят? Перчатка. Это Танос. One Punch Man! Нифига себе, он самый дорогой. 999999. Похож? Я просто никогда не смотрел, расскажите мне. Руками странно машет. Видать, хочет побить кого-то. Слушай, ну давай, эксперименты. Начнем с кучи айс-гигантов. Погнали. Оу, май, нифига себе. Вот это он разрядил. Хо-хо-хо! Нифига, ты посмотри на него. Охренеть. Что он с этим сделает? Жесть. Похож, ора-ора, и все такое. Мне кажется, он настолько крутой, что... Давай вот куча Артемис. Сейчас, конечно, у меня компьютер взорвется от количества стрел, но... Так, а что они не стреляют-то? А он еще уворачивается! А я могу в него вселиться? Слушай, он сам уворачивается. Ему пофиг совершенно. На! Его нужно с этим, как его, с Dark Peasant'ом сравнивать только. Вот это мега удар, конечно. И такие стрелы в него летят, а он такой мега удар. И увернулся. Во, молодец, а. Значит, нужно его сравнивать с тем, кто может ему что-то тут противопоставить. Я так понимаю, это либо Супер Пизант, либо Дарк Пизант. Давай, Супер Пизант. Этот сразу на него полетел. Так, битва начинается. One Punch Man пытается отбиться своими супер кулаками, но то ли не попад... Оу. Окей, ладно, понял. То ли не попадает, не сработало. В общем, Супер Пизант он просто вынес. Что будет с Дарк Пизантом, смотрим. Ладошка, дай 5! Он его пятюню так, смотри, вбил прямо в него. Хопа, уворачивается от выстрелов. Пытается, по крайней мере. Его хватают и тащат, и бьют об пол. Он ничего не может сделать, как так? Но он все равно уворачивается. Ну же, давай, ты же сможешь. Ред Виктори? Он выиграл, как? Как он его убил? Боже мой, это поза. Ты посмотри эту позу великолепную. С кучей кулаков. Слушай, он крутой. Видимо, это новый топ-1. Два One Punch Man'а. А-а-а, ты умеешь интересный вопрос задать. Хорошо. One Punch Man против One Punch Man'а. Не работает. Так, сейчас будут мега кулаки. Фига себе, у них мега удар какой есть еще. Я его даже не видел, только One Punch Man может пережить его.
И показать еще один такой, да? Я думаю, это надолго. У них же энергия бесконечная. Проверим? Действительно, это надолго, ребят. Они будут бесконечно сражаться. ХП не тратится вообще. Видите? Полоска здоровья как была, так и есть. На уровне максимальном. В общем, это бесконечный бой, который никогда не закончится. Будем искать следующего кого-то. На Tribal 2 есть кто-то. Здесь должен быть шаман. Давайте попробуем найти, где он может быть. Может, где-то в пещере? Он просто без звуков это делал. Ах ты рисунок, а? Есть, шаман, ребят, нашелся шаман. Ух, это не так-то просто было. Нащупать его. Что он умеет? 1600 стоит? Сейчас посмотрим, что он умеет. Ну, 1600, давай попробуем мечников. Стандартный у нас. Не понял, что у вас случилось. Ребят. Ребят, у меня что-то поломалось. У меня мечники странные. Почему они такие? Почему они ненормальные? Может, они сейчас возьмут мечи? А, они взяли мечи, окей. Так, что делает шаман? Смотрим. Выдувает какую-то черную штуку из своего посоха, так. Вообще красавчик. На деда похож этого какого-то. О, нифига себе, он призвал скелеты. Да он не шаман. Он некромант. Нормально, прикинь, скелетов призвал. И скелеты сейчас всех этих мечников-то раскидают. Он сейчас еще призовет, что ли? Он еще призвал! Нифиг, не, ну это жестко. Это охрененно ж сильно. Ну, наверное, лучниками можно это победить, но это жестко. Офигеть. Шаман, ты крутой. О, клевый. Так, что можно попробовать против шамана другое? Короля? Смотри, король полторашку стоит. Шаман 1600. Король это тоже хороший проверочный элемент. Может быть, против короля скелеты не смогут? Кыль-кыль делают ему, кыль-кыль. Если король не будет успевать разобраться с... Ох, нифига себе, он сразу всех махнул. Давай, быстрее, король, быстрее. Беги, беги, беги в атаку, давай, давай, убивай его, давай, давай, ты успеешь. Хорош по щам ему мечом, а ему пофиг. Они короля даже завалили. Офигеть. А что такие крутые-то? О, шаман под черлидером. Он будет много-много-много скелетов делать, интересно. Ну-ка. Хопа такой. Скелеты в бой, в бой, в бой, в бой. Много скелетов, давай, скелеты. Бра-бра-бра. И тут айс-гигант такой. Просто сдувает всех нафиг. Офигеть. Он реально орду на самоне. У меня так залагало адски. О, капец вообще. И он продолжает их самонить до бесконечности. Ноу. Вообще жесть полная. Что ты творишь? Выключите его, пожалуйста. Перестань самонить скелетов. Все, у меня компьютер сейчас вообще взорвется. 2К. 4 FPS, ребят. 3 FPS. Кто меньше? 3 FPS выдает игра. Да не, ну это без... Это слишком плохо. Я не могу выйти даже. Все. Не, так нельзя было делать. Это слишком жестоко для моего компьютера. Все, хорош. Следующий у нас... О, старый добрый чикенмен. Фермер 2, поехали. Так, чтобы найти его, нужно на этой карте найти 5 куриц, ребят. Королевская курица? Бам! Я открыл курицу. Окей, но нам же не курица нужна, да? Нужно 5 чикенов открыть. Где еще курицы? Ищем курицы. Вот еще курица, смотри, сидит. Так. Вторая. Ищем. Что? Дуванчики? Вот третья, смотрите.
Боже мой, какой-то громкий звук, а? Еще две, да? Вот она. Последняя вон на доме сидит. Не, это не та. Это неправильная курица. Вот это вот правильная. Окей, и последняя, давай. Отлично. Сейчас мы откроем с вами Chicken Man Man. Еее, Chicken Man. Ну, давай смотреть, кто такой. Ну, мы с вами помним его, я так понимаю, по первым... по первой части. Там был Chicken Man и Chicken Man Man, помните? Один куриц генерировал бесконечно, а другой генерировал мужиков, который генерировал куриц. Это было весело. Где он? Я его не нашел, Chicken Man'а. Кто-нибудь видел Chicken Man'а? Вот он. 1000 всего стоит. Не такой уж он и сильный, видимо. Давай посмотрим, как он выглядит. Выглядит как курица какая-то, недоделанная слегка. В халате в черном. Я не знаю, почему в черном халате. Ладно. Так, ну, как обычно, десюнчик сквайров на него натравим. Ну, кстати, сквайры нормально теперь мечи берут. Посмотрите. Один приуныл слегка такой. О, нет, нет, он не приуныл, ребят, я понял. Он такой, фу, блин, опять в лепешку наступил. Ну что такое? Ну, переоттирать батончик. Батончик? Сабатончик. Да, остальные нормально. Этот наступил в лепеху. Ну, чё, сунулся в поля, как говорится. Будь готов наступить на мину. Да. Поехали. Курицы пошли. Интересно, откуда он их делает? А, он убегает и откладывает куриц по пути. Отлично. Курицы боевые, кстати. Нападают, катятся прям. Адская курица. Давай! Дун, в спину его укусила. Он аж прилег. Да, теперь тебе не про какашки на ботинке надо думать. Все верно. Слушай, ну сильно, да? Против мелких он отлично работает. Что он сделает с королем? Давай попробуем. Где мой король? Да, мой король. Я готов. Смотри, сначала подходит, а потом такой, опа-опа, развороты. Пошли отсюда, валим, валим. А, король отвлекается на куриц. Но это плохо. Какие-то имбовые персонажи, они валят всех. Он сейчас выпрыгнет же с карты, нет? Идиот и кусок. Ты что творишь? От страха спрыгнул. Король, блин, выиграл. Ну что такое? В общем, его надо прикрывать. Вся его проблема в том, что повреждений мало. Так-то он всех валит. Но, видите, есть досадный момент. Он любит прыгать с обрыва. Разбежавшись, прыгнул со скалы. Он исполнил песню короля и шута. Кто у нас следующий? Догадаетесь? Конечно же, вы не догадаетесь. Мы идем с вами на карту Medieval 1. Интересно, где здесь спрятали? Кто-нибудь видит что-нибудь необычное с такого расстояния? Вот здесь что-то спит. Это оно. О, господи, что за... За что? Боже, этот звук. Тауэр, ребят. Какая-то башня. Что выглядит большим. Откуда здесь скелет в виде лютика? Он что, утопил ведьмака и горюет? Что происходит? Дверь все так же светится загадочным светом. Ну, давай смотреть, что это за башня такая. Оу, нифига себе! Реально башня гигантская такая. Там лучники, дудочники. Так, и против кого мы... Как это вообще будет работать, интересно? Ну, давай 30 чуваков.
30 пацанов. И кусок мертвеца. Буп-буп. Они дуют в дудку и тем самым рожают мечников, да? Я это правильно понял? Фига себе, что это такое летит. У них какие-то интересные стрелы, какие-то необычные лучники. О! Вот это звук! Брум, брум. На замедле круто этот звук звучит, кстати, мне понравилось. О, сабвуферы сейчас полопаются. Пип-пип-пип. Просто уничтожили. Пацанов надо прям близко подвести, чтобы они сразу в атаку ломанули. Я просто хочу понять, как они бьют-то хоть эту башню. Каким способом они ее бьют? А, они просто... бьют ее? Ага, вот так она разваливается. Она довольно ватная, смотри, она разваливается, все падают. И все. А если вот король и катапульта, смотри, ну-ка. А, катапульта стрельнуть не успела, да что ж такое-то? Ну как так, король поближе. Давай, катапульта, мочи. Но, в торец ей. Что происходит, башня? Башня, падай. Да как ты стоишь-то? Уронись. Так нельзя. Физика, где физика? Физика, а, все, катапульты больше нету. Физика, приди. Нормально она такая. Оп, чуваки, да-да-да-да-да. И... давай, баллиста, жахни. Чего? Куда ты? О-о-о-о, фига себе, карточный домик развалился. Ну и все, там все поумирали, нет? Кто-то живой? Кто живой-то, я чуть не понял. Трубач какой-то? Кто-то под настилом? Что? Здесь кто-то живой был? Вот этот вот? Этот мечник был живой, ребят. Давай на следующую пойдем. Medieval 2. Бах. Блин, ну здесь карта такая, она полна всякой вот маленькой дичи. И тут этот он может... А, так все понятно. Все понятно, искать ничего не надо, ребят. Гипноз. Игни Слэшер. Что-то очень крутое, судя по картинке. Игни Слэшер. Ух ты ж, блин. Мама. Это что-то из Звездных войн, да? Только он очень любит розовый цвет, фиолетовый. Я даже не знаю, как это. 7000. Что на него натравить-то можно? Я думаю, он 70 мечников, ну просто развалит, как делать нефиг. Ну просто уничтожит их. О, он салют пускает. Фейерверки. Смотри, какая штука летит такая. Бам, в него врезается. Так маленькая вспышечка. И тут он пошел в бой. Ё-моё, спецэффектов-то сколько. Они даже не видят, как он смещается куда-то. Во, крутая штука, а. Во, накручивает. Я нифига не вижу. Но это было очевидно. Я боюсь, он даже против королей выстоит. Вот давай на 9000 королей возьмем. Тут надо что-то посерьезнее, да? А, нет, погоди. Короли выиграли? Или нет? Да, вот его мечи разлетелись. Какой-то вихрь произошел? Нет. Да, да, короли выиграли. Стоп, а что тут произошло? Нет. Он какую-то фигню запустил. А, может это у него смерть, так, смерть такая? Нифига себе. Ой, слушай, я хочу проверить, что это смерть или не смерть у него. Ну-ка, бард ставим, живи, бард. Сейчас мы посмотрим. Я хочу спецэффект до конца увидеть. Втыкал в каждого короля по мечу гигантскому светящемуся. Бард там, под музыку это все происходит. Да, это его смерть. Офигеть. Бард такой, пора валить. Слушай, ну он, кстати, перевалил всех королей, кроме одного. Того самого лишнего, которого я поставил. Видимо, разработчики мода тоже королями меряют это качество юнитов. Судя по всему, какая-то змея такая показалась издалека. Я думал, это змея, а это не змея. Король, как обычно, в своей любимой позе, да, застыл.
Типа, я тут ни при чем, я просто пою. Знаете, такой. Сможет ли он завалить айс-гиганта? Или он надует на него и все, и заморозит? На тебе в макушку. На тебе дважды в макушку. Трижды в макушку. Четырежды. А че он не дует-то? Мне кажется, он слишком быстрый для айс-гиганта. Ну да. Айс-гигант, как говорится, прилег. Он тоже прилег, но он прилег-то отдохнуть просто. Так, пошли следующего искать. А тут у нас сразу не один. Тут у нас сразу будет аж трое, прикиньте. Ancient 2. Вот так вот. Ищем троих. Они все к Греции относятся, эти трое. Я уже что-то нашел. Лук. Так. Я просто опасаюсь, что вдруг какой-то мегазвук будет. Аполлон. Аполло. Сейчас найдем, погодите. Вот-вот-вот нашел, что это. Это был вампир, его крестом завалили. Математик. Что? А че он так раздувается странно? Здесь ничего вроде нет. О, нашел! Какая-то палка. Философ. Артемида и Аполлон, да, нормально. А, вот они, с плюсом и с минусом. Математик прибавляет, философ вычитает. Ну-ка, проверяем. Математик и философ. Давай смотреть, кто такие, что хотят. Да, математик реально с плюсом, философ с минусом. А у этого глаза светятся. Что-то он мне напомнил кого-то. Из голливудских актеров. Нифига себе, он стреляет. А это что происходит? Это философ? Такую дулю нарисовал. Офигеть, он их просто... Он их в пар превращает, ты посмотри. Раз, и они такие... Испаряются на месте. Ну, против мелких юнитов это крутой чел. Аполлон этот. Пацаны, стоп. Погодите, тут неуставные отношения начались. Зачем ты его держишь? А я, говорит, его не держу. Так, а здесь что происходит? Фига он спрятался. Говорит, я маленький, меня не видно. Хоп, такой. Это, говорит, чувак с двумя мечами. Что здесь происходит в этой игре? Я не понимаю. Здесь просто какой-то... Oh my. Сейчас вас это... Развоплотят. Они стоят, даже не двигаются почему-то. Почему вот этот не двигается, я не понимаю, что с ним случилось. Давайте вселимся в него, поможем. Все. Я ему помог. Что происходит? Почему они в этого стреляют? Бесконечно. Что-то как-то... По-моему, этот разбух почему-то. Он что-то много съел, да? А, это математик его, походу, раздул. Битва, ребят. Битва двух странных мечников против вот этого. Я не понимаю, что происходит. Вот честно не понимаю, у них какой-то энергетический щит есть, что Аполлон пробить не может. Хватит долбиться там. Давай вот так сделаем. Все, в атаку. Я не знаю, что с его головой. Это очень забавно выглядит. Такой бугай, такой маленький чай. А, может быть, в него попал этот философ и уменьшил ему голову, кстати. Сейчас попробуем, погоди, веселуха какая-то. Давай вот этого отключаем, пацана. Надо по мечнику каждому дать, да? Один мечник сюда, один сюда. Сейчас посмотрим, что с ним будет происходить. Косой математик. Философ попал. Философ тоже, походу, делал косой. Ну. Оу май гад! Вот это попадание!
Ой, что же он ему уменьшил? Черт побери, смотри, ничего не уменьшается. Видимо, уменьшается что-то другое. Боже, какая жутко. Мини-маяк, что? Сейчас мы... Так, погоди. Есть попадание. Его раздуло. Боже, какая шутка там была, да? По-моему, у него ноги схуднули все-таки. Что, так быстро? Почему философ целит все время в одно место, я не понимаю. Блин, они забавные. Надо потестить на одном пацане, но потолще взять. Надо взять пацана потолще и потестить на нем. Давай вот рыцаря возьмем. Они в щит попадают. Один увеличивает щит, другой уменьшает. Совсем мини-щит, смотри. Опа, жируха такая получилась. Рыцарь. Рыцарь, ты неуклюж. На тебе в пузо еще. Хо-хо-хо. Блин, забава. Капец, как его раз... Философ знает толк. Блин, это реально забавно. Давайте попробуем раздуем монка. Опа, в грудак. Ух, фига себе. Такой, вау. Нифига себе, у него еле глаза видно из-под грудака. Еще больше. Сейчас совсем не видно. Жесть. Бам, упал, все. Не выдержал. Ноу. Блин, это такая ржака. Что у него уменьшится в первую очередь? Минус летит и мимо. Ну как так? Оп. И схуднул так. Не пойму, куда попадает. Он все, он не может держать руки уже, смотри, у него руки отваливаются. Бум, упал. Как-то идет. Куда попали? Куда попали? В живот попал, смотри, жив. Теперь в него сложно попасть стало. Я понимаю. Одни глаза остались. Боже, боже, амеба. Какая жесть. Блин, что происходит? Он его на ноль поделил. Он в глаз попал. Нет, у него теперь глаз не осталось. Ну как у него такие выразительные глаза были? Ну что ты творишь? Сначала минус щит, смотри. Такой щит сдулся вообще. Так, теперь куда? Еще в щит? А, нет, в грудь. Так. В меч попадите ему. Что-то дистрофика скелета сделана, но идти теперь не может. А, в бошку ему. Но, опять он развалился. Нет. Вставай! Ой! О! Черт, опять одни глаза остались. Что ж такое-то? Игра, видать, не приспособлена к таким вот моментам. И сейчас он их, смотри, с подвыпад верту убьет всех. Нет? Видимо, он стал меньше молекул по размерам и провалился под землю. О, я хочу эксперименты делать на них. Итак, первый пошел. О, боже! Как его... Расколбасило-то. Вот сейчас музыка должна вот эта вот быть. Та 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 та
Хорош, победа будет наша! О, мутант! В атаке! Ударил куда-то, как я туда ударил-то вообще? На, промазал. Может, он сам теперь справится? Есть! Он победил! Ему было тяжело, ему было плохо, но он победил. Он и так большой, как бы, сделаем его еще больше. Набух. О, сильный стал, смотри какой. И полетел! Они сделали из него воздушный шарик. Это было великолепно. Нормально, дрейфует. Давай, возвращайся к нам. Он превратился в дракона. Слушай, так они с любым справятся, если они даже его валят так просто. 75 математиков. Вот кто-то на него попадет. О, в ногу попали! Еее! Че, он отражает? Он еще и отражает? Черт побери, пацаны, надо как-то попасть. Ну же! Иначе он вас One Punch Man. О, в руку попали! Смотри, что у него с рукой? О нет, что это? Это что, рука? А, это руки-базуки, я понял. Они делают ему руку-базуку. Так, 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 One Punch Man сходил к бабушке, я смотрю уже. Такой уже надутенький. Что с ним происходит? Ну в такой сложно не попасть. Такое ощущение, как будто в нем застрял кто-то, да? Изнутри его жалит. Синяя победа. One Punch Man все-таки справился. Поехали. Так, летим в гусеницу ему куда-нибудь. В дуло давай, сделаем ему мега дуло. Вот это танк. Вот это, я понимаю, танк. Опа, еще, еще так. Хоп, кто-то в крышку попал, а в дуло никто попасть не может. Вот это танк. Танчище с микродулом. Нифига себе. Капец, он стрельнул, ребята, он смог. Это теперь не танк. Это летающая тарелка бесконечности, он упал просто запрет. Что они уменьшат ему в первую очередь? О боже. Они минуснули ему броню. Теперь это просто колеса. Боже мой, он превратился в какого-то элементаля земли, мне так кажется. И колесами всех давит. Чувак с пушкой обнимается, пытается кого-то убить. Он стреляет еще. Это очень странно выглядит. Но танк побеждает. Что это было? Очень странно. Прикинь, он прыгнул в космос и из космоса стрельнул. По нему. Офигеть, вот этот заворот кишок просто сейчас произошел у меня в голове. Откуда у меня в голове кишки, я не понял, ну ладно. Башня. Уп-уп. У меня звук даже изменился, я не замедлял. У меня даже звук забавнее стал. А синие все равно победили, но башня, конечно, разлетелась знатно. Будет ли это микролошадь? Эту лошадь очень плохо кормили. Боже, лошадь, что с твоей головой? Она, по-моему, в антипространство ушла.
Сейчас у него микрохобот какой-нибудь будет. Жесть. Жмыхнула пацана. Ну, конечно, с отрицательным объемом тяжело, да, работать. Давай, давай, попробуем вот увеличители на мамонта, и все. И на этом надо будет заканчивать, иначе тут можно бесконечно снимать. Это... О, господи, уже как много времени прошло. Воу! Воу, мамонт, что с тобой случилось? Бедный мамонт. Ой, он что-то сказал. О, боже. Нет, он сейчас схлопнется. Что вы делаете, изверги? Мамонт поглотит вас всех. Жесть вообще. Давай поменьше сделаем, надо проследить. О, смотри, большой хобот стал. В этот раз интереснее. Волосы. Большая голова. Еще больше. Нет, все то же самое. Попой повернулся, хотел попу большую сделать, но нет. Не получилось. Боже мой, какая жесть, а. Какой сюр. И этот чувак за 500 монет так делает. Давай попробуем один на один тогда уж. На, в пузо! Этот парень был из тех. Беременный мамонт. Куда, где? Ушел? Он ушел от нас, да? А, вон, летает. Пикирует. Ушел, все. Господи, боже мой. Какая рофлоржака просто. Все, надо останавливаться. Это можно бесконечно их всех увеличивать по очереди и уменьшать. Это, ну, это настолько весело. Ой, блин. Это я не знаю. Я даже треть мода по ходу дела не посмотрел. Я так зацепился за этих увеличивателей и уменьшателей, что просто не смог остановиться. Ну, в общем, ребят, если вам понравилось, лайки ставьте. В описании ссылочка на плейлист. Я по количеству лайков и просмотров пойму, следует ли делать продолжение этого мода, следует ли там увеличивать, уменьшать. Если хотите кого-то еще поувеличивать, поуменьшать, пишите в комментариях обязательно, кого именно надо. Это лучшие предложения, как говорится, будут решительно взяты. Я вот уже вот смотрю на Валькирию и думаю, интересно, а что будет с толстой Валькирией? Что она будет творить? Вот. Ну а пока, спасибо за внимание. Лайки, подписки, комментарии, как сказал. Все, пока-пока.